Я начал. То есть люди говорят, которые учатся имитационно, посмотрели, ну, чувак, какой, куда я говорю, туда же делать. И потом вроде сильно делать так, что у него не получается. Потому что у них идет куча нюансов. И как вот эти упражнения, каждое из подающих упражнений призван на то, что проработать какой-то нюанс. Они там, допустим, голову не кусать, на другие, такое, что дотягивать, не руками туда подтянуться. Проработать, как грудь, горло, сокращаться ближе к человеку. И вот мы сейчас попробуем разбить простой проход энергии на ряд подающих упражнений. Причем, когда получается проходы, раздел, проходы много, еще и свой финиш, что делать потом, как заканчивать, как ему взял, куда прошивать одну всю. Ну, вот взял, и что идет дальше, только взорвал запад. А дальше тоже ряд приемов, как закончить в любом положении. То есть это раздел очень-очень обширный, и из него выходит самое простое, база проходов энергии. Как для этой энергии вот бегающего, броняющегося человека. Да, стоит. Ну ладно, как первое. Первая наша задача, да, когда нырочек. Для того, чтобы понять всю суть, нам изначально нужна самая базовая вот этот нырочек. Шаг. Да, шаг. Шаг к вашему сопернику. Изначально мы выбираем правильную дистанцию. Да? Мы не стоим далеко, мы не стоим слишком близко. Если я буду близко, я не смогу пройти, либо он встретит меня ударом, либо он меня затронет. Если я буду стоять далеко, то же самое, он просто-напросто среагирует, либо сделает какой-то прием, достаточно жесткое действие, там удар ногой, в принципе, очень часто это бывает, когда спортсмен неправильно выбирает дистанцию. Сначала мы выбираем приблизительно, вот если мы разворачиваемся, хорошо, неправильно разворот плеча, мы еле-еле касаемся вот этой. Наша дистанция правильная. То есть здесь мы можем максимально быстро пройти соперника в ноги. Неважно, это борьба, либо удар, либо смешанный напорство. Сейчас моя задача. Один человек ставит, имитирует защиту. Вот, это его руку, да. То есть просто поставил руку ниже живота. Моя задача, не касаясь рук своей головой, пройти ему между ног. То есть посмотрите, как это я делал. Первая задача – это подшаг. Все делается с правильного подшага. Поставка стопы. Раз. Одновременно с этим я корпусом ложусь на свое бедро. Посмотрите, я сгибаю. Спина у меня прямая, с корпусом я ложусь на свое бедро. Еще раз. Раз. Видите? Бедро у меня находится между ног, посередине практически груди. Еще раз. Раз. Сюда. Следующее движение. Колено мое, оно ставится максимально дальше, максимально глубоко между за линией даже вот пятки. Раз. И отсюда я делаю бедро. Вторая линия открывается. Здесь самое главное движение дальше. Не просто встать и поставить эту вторую ногу сюда. Моя вторая нога ставится дальше. Она уже непосредственно уже стоит, становится с колена, понимаете. И плечи прогибаются назад. Я тазом выбиваю свою ногу. Таз самое главное выношу, и за ней уходит моя нога. Таз. Отсюда же. Встает. То есть ваше движение, оно волнообразное, да? Снизу вверх мы. Снизу подбиваемся к ней вверх. Неважно, что это. Еще раз. Раз. Два. Три. Быстро. Спасибо.
где он плечом врезается? Голова с этой стороны. То есть судите по плечу, какой ногой пошел, тем плечом врезается. И цель получается вот следующее упражнение, чтобы не тянулся руками, а не вот так вот пытаться его, а именно максимально прибраться к человеку. Поэтому делаем вывод, какой дело сейчас. И во время переката максимально грудью влезаешь в бедра и смотрю плечами вверх. Вес плечами вверх. Сейчас не заморачивайся на перепостановку других ног. Старайтесь после выпада сильно-сильно протаранить, чтобы очень сдвинуть. Да, нужно сдвинуть. Все. То есть прозавали, по вторую ногу пока не думать. Максимальный удар, грудью в ноги. Раз, и отсюда прямо аж прыгнуть. Не руками потянуть, а прыгнуть грудью вперед. Да, за фотик. Она сразу толкает туда в бок.
чтобы вот эта нога, которая подставляется, чтобы она делала сразу взрывной толчок, мы делаем перепрыжку на другую ногу. Просто. То есть просто, чтобы наработать вот эту ногу не просто вставить, чтобы проваливаться назад, а чтобы вставить с толчком, с сильным усилием туда. Стартовое движение. Старт. То есть первая нога, которая после переката, первая нога, которая подставляется, была сзади. Она не просто ставится, она делается стартом. Отбрасывай, упирайся. Хорошо.
пошел с тобой, сейчас я. Ладно. Да, неплохо.